В читальном зале Ахинской центральной библиотеки сотрудники организовали праздник, посвященный предстоящему Дню Матери. А накануне мероприятия был объявлен семейный конкурс рисунков «Пусть всегда будет мама». К участию в конкурсе приглашались все желающие. День Матери – один из самых трогательных праздников. Каждому из нас жизнь подарила мама. Именно с мамой ассоциируется любовь и доброта, ласка и забота. Школьники, воспитанники детских садов самостоятельно и при помощи родных рисовали самых красивых, самых любимых мам и бабушек. И пусть рисунки выполнены непрофессионально, зато искренне, от чистого сердца и открытой души. Мероприятие ко Дню Матери 18 ноября объединили с подведением итогов семейного конкурса рисунков. Оценивали более 40 работ. Ярких, красочных, непосредственных и очаровательных. Дети творили в различных техниках – акварель, гуашь, карандаш. Выбрать лучших оказалось не под силу строгому жюри. Поэтому было принято решение наградить всех участников. Юные художники получили благодарственные письма и приятные подарки. Выставка рисунков продлится до 18 декабря в читальном зале Ахинской центральной библиотеки.